بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. уважаемые братья и сестры. Сейчас мы возьмем с вами три азана. Один азан мекканский, азан египетский, макам ар-растам, и такой легкий азан макам курдам, который для, так скажем, для молодых наших братьев, которые он легко им читается азан, там не нужно так чересчур понимать голос. Но он звучит красиво. Три азана мы, иншаллах, запишем. Первый макам азан, как читается в Мекке, Медине, макам бая, там в основном он читает. Начинается, и разницу, посмотрите, как начало, между, разница между азаном мекканским и азаном египетским. Мекканский начинает так. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду ан ла أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Теперь возьмем азан египетским макамом, макам растам они читают, то есть если мекканский Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, то макам египетский, он как бы утверждается так Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду ан محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله потом призыв к молитве حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي
على الفلاح حي على الفلاح طب الإمام اللهم الله أكبر الله لا إله إلا الله. И последний макам азан в макамам курт макам нихаванд. Здесь два макама смешанные. Он легкий, похож на чтение Корана. Альхамдулиллях тоже много используется на сегодняшний день. Так скажем, можно сказать, те, кто таким азан говорит, таким макамом, они внесли что-то новое в азан. Используются молодые, любят читать таким макамом этот призыв, этот азан. Часто можно услышать этот азан в странах Халиджа, Персидского залива, в Эр-Рияде, такие города, как Эр-Рияд, в Катар, в Катаре, в Дохе, в Эмиратах. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду ан ла أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Баракаллаху фикум. Да Аллах субхану ва тааля нам баракат из того, что мы услышали. Да Аллах субхану ва тааля, иншааллах, я надеюсь, что в этих уроках была польза. Да Аллах субхану ва тааля нам быть из тех рабов Аллаха субхану ва тааля, которые читают Коран на распев, так как требовал от нас наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сказав: "Лейса минна ман лям йатаганна биль Коран", не из нас тот, кто не читает Коран на распев. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته